Если что, сильно не ругайте по ходу турнира. Я постараюсь, как говорится, научиться. Получилось. Панов, прострел, и это автогол! Какой же досадный автогол, и это все подставлял ногу там Ускоев Николай, 77 номер. Обидно, обидно, конечно. В принципе, самый заметный, наверное, игрок в этом сезоне, поэтому... Какая разыгровочка, какая комбинация на Тегаре, и вот вам здравствуйте! С передачи Усова. Уже не помогут, тут уже все сами, и на самом деле комбинация просто прекрасная. Хорошо, передача прошла до Рощука. Тут практически выход один на один. Сафронов. Удар на месте. Голкипер. Но добивание от Нефельда. И это 2-1 в пользу Сибтранзита. Ну, в принципе, вытащил этот удар Артур Кабунов. Это он. В рамке. Может быть, и зря где-то, может, он не устоит. Но, может быть, все-таки Чугунов уверен в своих футболистах. И что же там делают просто на ленточке Артур Кабунов? Но с третьего раза все-таки просто стоит. Вот такие вот зоны появляются. Вот он отбил один удар, потом второе добивание. Мне казалось бы, тут уже третье, но совершенно нашел. 19-го номера удар, и как же так? Как же сейчас обиден должно быть и Райра за этот гол. Этот неприятный мяч под рукой проскочил. И, казалось бы, удар абсолютно не опасный.